принятия тела Его и крови Его. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг мне грешника, но удостоил меня приобщиться святынь Твоей. Благодарю Тебя, что меня недостойно причаститься пречистой Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но, Владыка Человеколюбец, ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшно жертвящие Твои таинства, благодеяния, освящения души и тел наших, делай, чтобы они были мне в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, в просвещении чьей сердца моего, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, восполнение мудрости, соблюдение заповедей Твоих, умножение божественной Твоей благодати и Твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими во священии Твоем я всегда помнил милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки, благодетеля, таким образом уйдя из здешней жизни, надежды на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз, празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинная цель стремления, неизъяснима радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне за причащение пречистых жертворящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человек, любивый, сохрани меня под кровом Твоим в тени крыльев Твоих и дарами чистую совестью до последнего моего вздоха. Достойно причащайся святынь Твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель блага, Тебе славу высылаем. С Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дашь и пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучше члены тела моего, сердце, уставы во внутренности, в сердце и сожги терния всех моих согрешений, душу очисти, освети мысли, колени утвори с костями вместе. Просвети пять главных чувств, сего меня пригвозди, страхом пред тобою всегда защищай, охраняй, береги меня. От всякого вредного для души делай, слово очищай, умывай, устрояй меня, украшай, вразумляй, просвещай меня. Яви меня Твоей обителю единого духа и уже не обителю греха, чтобы убежали от меня покорнять и причастие всякие злодеи, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня. Когда Ты мне за себя Тебе представляешь всех святых начальников, воинств бесплотных, предтечу Твоего мудрых апостолов и сверхних Твою непорочную чистую Матерь, прими их молитвы, милосердный Христос, мой Сын, нам света соделай Твоего служителя, ибо Ты единый благоосвящение, также сияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне жизнь вечную, кровь Твоя драгоценное прощение грехов, да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшно же второе пришествие Твое, сподоби меня грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойно стать причастником пречистого тела драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердце моего, источник бессмертия родившее, оживи меня умершленного грехом. Милостью Бога, любящая милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение сердца моего и смирение в мыслях моих. И призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, и удостой меня до последнего моего вздоха не в осуждении принимать святыню пречистых таинств, но в исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей, ибо Ты благословенный и прославленный во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, и ковидец получи мое спасение Твое, ежесть уготов пред лицем всех людей. Свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего, Владыку, прости беззакония наше, святые Твои святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, чужий, на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни все, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим.
и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. И во всю землю изыди вещание Твое, яко приемши слово Твое, им же боголепно научилось естество, сущих уяснилось и человеческие обычаи украсилось и царское священие, отче преподобнее, моли Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Явился есть основание непоколебимое церкви, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлей твоими веления, небоявление Василия преподобнее, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных молений гласа, но предварительное.